А Николаю? Николаю, ну, тысяч 100 хватило бы. Может, Николаю миллионов 10? Каких 10 миллионов? У него вообще денег нет. Я как-то к нему зашел на стрим, он сидит, у него веб-камера в виде Гелендвагена, у него просто ставки на бакарат. 3 миллиона, 1.5 миллиона. Да, нормально. На счету 10 миллионов такой. Ну, брат, согласись, что... На гелик заработал. Пускай, смотри, челы зарабатывали деньги. Они могли это каким-то образом урегулировать, чтобы люди платили налог, или какой-то сверхналог, или хуй знает. Ну, что-то бы платили в казну и пополнялись бы бабки. Вот условно, у челов сейчас нет работы, все. Извините. Я не беру в расчет казик, типа. Челы просто не платят налоги, потому что у них нет работы. И в чем плюс? В чем плюс для государства? Я, извините, я просто параллельно с Николаем переписываюсь. Он меня обзывает в личных переписках, говорит, что я... Есть? Он пишет: «Да ты охуел, сука! Какие 10 миллионов? Я, блядь, живу, мне жить не на что, блядь. Последний хуй доедаю без масла». Алексей... Не, я говорю, Николай еще вот 100 тысяч. Фруктовки десяточку хватит. Десяточку? Я думаю, Ольга не потянет в данное время. Она сейчас уже, она уже живет за счет Сергея Григоряна, если знаете такого жалко, стримера. Жалко Волю, да, знаю. Захожу периодически. У меня есть переписка с...